Этот день морской истории. 11 декабря 1785 года в Дефорде был спущен на воду 74-пушечный линейный корабль третьего ранга HMS Majestic класса Канада. Он участвовал в битве на Ниле, где вступил в бой с французскими кораблями Тонон и Эрю, заставив их сдаться. Капитаном был Джордж Блэктон Уэскотт, он погиб в бою. В этот же день, в 1799 году, в ходе французских революционных войн, в устье реки Тамбо, недалеко от Порт-Луи, на французском острове Иль-де-Франс в Индийском океане, позже известном как Маврикий, произошло небольшое морское сражение. Британские корабли 74-пушечный HMS Tremendous и 50-пушечный HMS Adamant капитан Уильям Хоттем заставили выброситься на берег французский 44-пушечный фрегат Preneuse капитан Жан-Матье Адриен Лермит. Британцы высадили абордажные команды на шлюпках, захватили француза, а затем подожгли его. После этого командующий французской эскадрой контр-адмирал Пьер Сезар Шарль де Сорсе ушел в отставку.